В эфире. Да. Привет, дорогие друзья! Я надеюсь, что меня слышно, видно. Если это так, то, пожалуйста, сигнализируйте, что вам действительно чего-то там видно и чего-то там слышно. Сегодня 69-й, да? Да. 69-й выпуск песни 21. То есть это значит, что я уже 69 песен спел, а еще сколько-то мне предстоит спеть, потому что все песни были зафиксированы в каком-то варианте. Все, абсолютно все. И сегодня наступила очередь песни, потихонечку наступила очередь песни «Тщеславцы». Дело в том, что с молодым поколением, с театром нашим, с нашим молодежным составом, мы поставили так или иначе спектакль «Маленький принц». И там есть всякие герои. Спектакль музыкальный, герои песни поют, там есть песня и делового человека, и песня розы, и песня принца, и песня фонарщика, и песня пьяницы. И эти все песни исполняют замечательные актеры театра, нашего театра. И вот одну из песен, кстати, я ее не исполняю, исполняет ее другой актер, Сергей Крымов. И кроме Сергея Крымова, кто еще исполнял ее? Капустьянов Саша. И мало того, за Рязанцев Семен Степа тоже любит эту роль исполнять. Песня «Тщеславцы». Вот сегодня я подготовил песню «Тщеславцы», и поэтому, потому что приближается, собственно говоря, спектакль. Спектакль состоится 10 ноября по адресу Пушкинская, 9, в 13 часов. Если нас видно, если нас слышно, то я, пожалуй, эту песню исполню. Лена, что там у нас происходит? Я не очень пока понимаю. В общем, чат здесь в Ютубе, чат есть сбоку. Здесь оставляйте свои комментарии. Вот. Мы их обязательно прочтем, ответим. Хотелось бы понимать, слышно ли вам вообще и видно. Поставьте там плюсики какие-нибудь. Что-нибудь. Я тут сижу с гаджетами. Хорошо. Нет, давай я пока начну песню, а ты там в этих гаджетах поймешь. По идее, мы транслируем и в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и даже в Одноклассниках. Вроде как. Но не можем понять, так ли оно это или не так. Вот. Тестовый эфир показал, что оно есть. Итак, песня «Тщеславцы» из спектакля «Маленький принц», который состоится в воскресенье 10 ноября на Пушкинской 9. Итак, значит, выходит этот товарищ. Тщеславец, такая пародия на многих актеров шоу-бизнеса. Ручками похлопаем, раз, два, три, ножками потопаем, раз, два, три. Ах, какая публика, ну-ка повтори. Ручками похлопаем, раз, два, три, ножками потопаем, раз, два, три. Ах, какая публика, ну-ка повтори. А на всяких умников полюни раза три, полюни раза три. Ради медалей, ради медалей, ради восторгов, ради восторгов. Я кого хочешь продам, продам, продаст. Я совесть продам, он совесть продаст. Что в совести толку, что в совести толку. Восторги вот мой идеал. Поэтому все вместе дружно ручками похлопаем. Раз, два, три, ножками потопаем. Раз, два, три. Ах, какая публика, черт меня дери. Ручками похлопаем, раз, два, три. Ножками потопаем, раз, два, три. А на всяких умников плюнь и разотри, плюнь и разотри. Двигай смелее, соперника в яму, соперника в яму. Друзей в шоу-бизнесе нет, нет, нет. Народ очень глупый, народ очень глупый. Замечу я прямо, заметит он прямо. И это системы секрет, секрет.
секрет! И ручками похлопаем, раз, два, три, ножками потопаем. Ах, какая публика! А ну-ка, повтори! Ручками похлопаем, раз, два, три, молодцы! Ножками потопаем. А на всяких публиков плюни раза три, плюни раза три и раза три. Ура! Для тех, кто только что подключился, объявляю, что это была песня «Тщеславцы» из спектакля «Маленький принц», который состоится 10 ноября в рамках программы «Песня 21». Ну что там у нас, это нашлись эти самые комменты? Я не могу пока ничего. Мы ничего не можем понять, что происходит в Ютубе и ВКонтакте. Поскольку для нас это новый способ, да. Мы к нему еще не привыкли. И вы, наверное, тоже. Да, похоже, обратной связи нету. Но мы надеемся, что все прозвучало нормально. Поэтому берите своих детишек и приходите. Это будет в Петербурге на Пушкинской. 9 в 13 часов в воскресенье. 10 ноября. Мы все равно прочитаем, что вы написали ВКонтакте и Фейсбуке, если вы нас видели. И даже вот. В Одноклассники заглянем. В Одноклассники, да. Вот. Из последних известий у нас, я помню, что у нас был вчера Заславская Оля, да? Да. Вчера в Оле Заславской был день рождения. Вот. И мы ее поздравляем. Мы ее поздравляем. Потому что боевой товарищ, в буквальном смысле боевой товарищ. Вот. Ну и если мы у кого-то, о ком-то не знаем, у кого случился день рождения, то мы его тоже искренне поздравляем с тем, что он дожил до вот этих совершеннолетия. Повзрослел. И повзрослел как следует. И пускай у него будет все замечательно. И пускай мы живем в замечательном мире и в замечательной стране, где происходит спектакль «Маленький принц». Это одно из фантастических произведений прошлого столетия. Лучших произведений. Так, ну надо все. Крепко вас обнимаем. С вами был Михаил Новицкий. И Елена Пинчук, и программа «Песня 21». 69-й выпуск. Берегите друг друга. Будем стараться выходить по средам. Следите за новостями на страничке Михаила Новицкого. Счастья вам. Пока. Пока.